Студентка 5 курса медуниверситета Светлана Черникова получает благодарность из рук главы региона Романа Старовойта. Она один из организаторов реабилитационной программы «Феникс» для детей с ограниченными возможностями и тяжелыми заболеваниями. Социальную и психологическую помощь на базе курских оздоровительных лагерей смогли получить более 300 ребят. Ну и движет, наверное, результат, который мы получаем, обратная связь от детей определенная. Это их горящие глаза, это их улыбки, это их смех. То есть, когда ты находишься на программе и видишь этот результат, с которым ты сталкиваешься, это вдохновляет еще больше и больше. Всего на базе медуниверситета сегодня действует 30 волонтерских отрядов. Это более 700 человек. Глава региона рассказал, помогать добровольцам будут и в следующем году, но и на их помощь рассчитывают при подготовке стратегии развития региона. Мое предложение воспринялось, на мой взгляд, позитивно, и ребята изъявили желание поучаствовать в этой работе. Мы планируем здесь, на площадке Курского государственного медицинского университета, развернуть мастерскую проектов, и в феврале-марте следующего года мы проведем такую работу. Также Роман Старовойт отметил, необходимо использовать потенциал вуза не только как образовательного учреждения. Мне кажется, мы обязаны создать такие условия, чтобы к нам могли приехать люди на лечение и обследование. Как сделано это в Европе, при ведущих медицинских вузах есть медицинские клиники. Со стороны областной власти будет оказана поддержка в создании необходимой инфраструктуры. Александр Юров, Геннадий Воробьев, телеканал 7.